Итак, 5-3-2-3-1-1, thank you for donation with text in donation, and now for something completely different. Oh yeah, thanks, now we're listening airwave, then things go wrong. Yeah, music, yeah. Окей, окей, let's go. Very well. Так. Гигакабанчизм сейчас будет, походу, пожалуйста, не надо. Слушай, ну смотри, пока мистер Гигакабан принес не black metal. Так что... Это something completely different. Пошел. Мистер Бочка. Вот к чему такая музыка применима? Ты где, ну типа, такой, знаешь... Да-да, добавлю в плеере, типа, буду слушать. Ну, хотя ладно, чё я душню, мне Крафтверк нравится, в принципе. Там вообще пиздец, типа, есть песня. Сейчас. Практически без рофлов, я вам сейчас кусочек покажу, типа... Песня длится 9,5 минут. И вот всю песню идет вот эта хуйня. Чуть выше, чуть ниже там. Там потом что-то начинает на первой минуте что-то вступать там как-то. На октаву ниже там. Гениальное развитие пошло. Вот вторая минута пошла. Там только какой-то вокал вступает. Вот хоп, гармония поменялась на разочек. Ну, короче, и ничего, прикольно, в принципе. Здесь тоже пока две минуты, ничего не происходит. Видел ТП-шку, угоравшую по такому узлу? Я не видел ни одну ТП-шку, не угоравшую бы по такому узлу. Ну, хотя мы не разбираемся в сортах. Наверное, если бы я сказал, типа, той ТП-шке, что вот, походу, твоя какая-то хуйня, она бы сказала, не, нихуя, я люблю, блядь, типа, Witch House, там, Deep Dungeon, там, Synth, Gay Porn, там, не знаю, еще что-то. А это, типа, какая-то другая разновидность музыки с прямой бочкой. Знай бы раза полтора. Вообще да. Вот 1.25. Вот 1.25 заебись было бы, кстати, да. Все, уже вот такие гигачены могут ходить, типа. Как это, мем был. С чуваком. Бля, не могу найти. Забыл, как называется.
Сборник порнухи на диске, в меню выбора видюх такая тема играла. Да-да-да, что-то такое. То есть это музыка, чтобы, типа, в меню зашел и что-то выбираешь. Начало 2000-х, нашел дисках у родителей. О, да. Хоть обложка из-под Винни-Пуха, а на диске папина порнуха. Спасибо большое, 5-5-2-3-11. Господи, блядь, какая же песня нахуй бесконечная. Beautiful, I can feel the emotion through the sounds and how they were chosen together. Beautiful, sad but yet beautiful and uplifting. God bless you. Magic tune, the masterpiece, so underrated.